В Петербурге в аквапарке Water-Ville едва не погиб 5-летний ребенок. Инцидент произошел накануне, 20 мая. Мальчик 5 лет был доставлен с признаками утопления в городскую больницу, сообщает пресс-служба главного управления МВД. В ходе проверки полицейские выяснили, что инцидент произошел около 5 вечера. Персональные врачи аквапарка и прибывшие врачи скорой помощи пытались оказать помощь на месте, но потом ребенок был госпитализирован. В связи с этим инцидентом аквапарк временно прекратил работу, ведется расследование.